Приветствую вас, уважаемые зрители. Мы возвращаемся на ваши экраны. У нас второй фрибет стол. Играют Парадевич, Вудуш, Кореш, Рекрент и Ламыч. Поскольку только один игрок проходит финал. После того, как мы с вами определимся с финалистом. Что получается, гарантированно один стример в финале. Рейс 600. Ставка 600 фишек на блайндах 100-100. Это много. Поиграйте. Поиграем. Поиграем обязательно. Классная аватарка у Ламыча. Добавляем. Какая? Недурно. Боевая. Верит кореш в свои ауты. Еще добавляем. Пока не приходит. Подарил ему тыщенку. А сюда можно прийти с JBL-колонкой и музычку слушать? Или в наушниках надо обязательно? И в наушниках нельзя. Скучно тебе, да, без музыки? В этом проблема. Вообще я не могу. Ты же всегда под музыку стримишь, точно. Ну, почти во все. Есть игры, где хорошая музыка, дефолтная. Герои меча и магии? Darkest Dungeon, Герои меча и магии, да. Угу. Да, в героях хорошая музыка, действительно. Не надо, не надо, Ламыч, можно пропустить. Ну да, давайте. Да. Пусть будет кол. Один раз живем, поехали. Кол 600. С подсказкой киллера сразу было. Бет 600. Да, помните, мы как раз говорили, что такое постукивание по столу могут принять за чек. Ты посмотри, что произошло, он забрал тебя по королю старшим. То есть ты чуть-чуть бы газанул на ривере, и ты бы выиграл эту раздачу, представляешь? Шло успешно. Смотрим на потрясающие карты. И, пожалуй, калируем. Ламыч в игре, Ламыч в деле. Дальше рекрент. Ну, это много. Вы никогда не узнаете, чем я сижу. Мы на трансляции узнаем. Да, действительно, необходимо озвучивать размер рейза, иначе примут за кол. Нужно рейс. Сказать, что рейс 500. Конечно. Чего? Димас. Рейс. Рейс 10. Я же тебя поддержал. Это какая-то не такая поддержка сейчас была. Вообще не френдли. Извиняюсь. Кол. 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 А что там? Красиво. Это красиво. Повтор шестерки. А, извините, просто шестерка приходит. Я карты придумал. Что-то там вырисовывается. Главное не придумать ничего лишнего, правильно? Просто отдать. Какой ужас, ладно. Ну, у меня с флопа был стрит флешдро, та самая комбинация, которую ты хотел поймать. Я так и думал, что у тебя флеш. Хорош. Булхаус. Дима, ты меня разул. Не, разул тебя вообще Ламыч. Это он всех разул. Слушай, мы вообще могли все эту раздачу сыграть намного дешевле, по соточке. Это было очень дорого. Почему я виновен, если он виновен? Ну, ладно, будем потом разбираться, кто виновен. Но в итоге, да. Рейс 300. Дмитрий Нефаева дешевый. Кол. Доска дама 4-3. Очень скромно. Что думаешь? Думаю. По этой ситуации интересно. Думаю я. А может, и неинтересно. Кому-то интересно, кому-то неинтересно. Не, я думаю, что неинтересно. Неинтересно. А вот мне, кстати, интересно вообще. Кол. Не решился рейзить, Ламыч. Просто кол. Крутанул до 1000 Парадевич. Доставляет кореш. Это рейз был. Не был. Можете закалировать сейчас. А, кол получается тогда. Кол. Договорились. С вами, Роман, надо всегда говорить, что делаешь. Ну, не только с Романом, да, это согласен. Роман, если что, зритель Папича. Кто не знал? Правда? Да. Бет 1000. А кто? Он даже может иногда сказать, допустим, и вот на ривер тебе червуху закину. Ну, давайте, что кол. Хорош, Ламыч. Спасибо. Походу, я, ребята, в таверну еду. Поделили. Ну как, я выиграл в героев, он в покер. Ага. Блин, обалдеть. Как обалдеть, блин. Обалдеть, что происходит. Тысячу кидают. Чаечек за ваше здоровье. Я поживу еще. Пас. Сразу сдался, Парадевич. 2000. Бет 2000. 2000. Это вот так вроде, да? Да. Ты выгнал мой 10 валет. Прикинь, у меня 10 валет было. 4-7. Не годятся 4-7. Ламыч забирает банк. Евгений, по делу сыграл.
И старшая пара, и все есть. Руку пожму. И ведь туз испугал, ни король не испугал. Спасибо большое. Друзья, можно туз, всем благодарен, честно Ламыч. Сказать, испугал. Обосрался уже на короле. Ну, то есть, представляешь, у тебя дама, а там и король, и туз, а банк-то большой. У меня 10 валет было, стыд собрался бы. Вот чем больше играю в покер, тем больше понимаю, что очки это все-таки надо купить. Да. Потому что там бывает, ну, хочется такое, блядь, показать. А лучше не показывать, конечно. Да. То, что ты хотел показать, лучше здесь не показывать. Ну вот и поговорили. Что там? По 100. А, по 100-200 уже, извиняюсь. По 200 можно, да. Хоть бы подмигнул, там сказал что-то. Поддерживаю рейс. Хороший. Да, да, с Касвалетом. Я рулетика выкинул второй раз подряд. Не знаю, просто выразил свои эмоции. Это вообще не связано было с покером, я просто вспомнил, что меня там в детстве немножко били. Флешбеки пошли. То же самое. Да? Угу. Поднимаю обратно. 2000? Да хуя. Лех, я надеюсь, что у тебя ничего нет. Вот дама или туз в студию? До свидания. Чего такие агрессивные-то все сегодня? Агрессивные. Спасибо, друг. Александр. Подожди меня. Это был очередной спидран по покеру. Валет 8 у Ламыча. Хороший стек. Я решаю. Вы решаете. Ну, по жизни. Хочу ли я играть вот с этим? Верно. Ты хочешь играть? Решай, брат. Вот смотрю на свои фишки, понимаешь, что я не хочу. А что, у тебя много фишек больше, чем у меня? 600. Рейс 600. Вот сейчас, по-моему, очень сильно. Скромненько. Ручки потер. Происходит конкретно раздевание от Александра. Вопрос. Поздравляю вас. Нет, ты меня поздравил, если ты заколил, блин. А так получается, что... Это может оказаться, что я что-то вообще отдал. У меня был тузик, блин. Сука, не та карта. А, да я еблан, который комбинации не знает. Так я... А что у тебя было? Блять, не дай... У тебя флеш был? Не дай бог, нахуй. Да. Так я думаю... Блять, не дай бог, у меня черви были. А почему? Подожди, черви? Ой, эти, блядь, крести, не дай бог. У тебя был туз крести, что ли? Червивые крести, блядь. Да не переживай, у меня был крестовый туз. Саня, монитор трансляцию. Рейс, блядь. Два косаря, рейс. Вот это сквиз. Охуеть. Что ж, поиграем. Колом играет Ламыч. Это жесть. У тебя-то много сереньких, что ты переживаешь? У тебя сереньких больше, чем черненьких. Два косаря — это на самом деле огромная ставка. Это большая, да, согласен. При таких блайндах это пиздец. Это очень много. 20% стека там, да, стартового. Пас. Так, дамы в короле у нас. Боялся, что опасно. Ты пойдешь алым, если я 2000 что достал. Ж, сыграем, Дмитрий. Сыграем. В игру карточную. Не хардстоун, не гвинт. Отлегло? Да, когда выпадает, и твое не выпадает. Ну, должен ставить здесь рекрент. Ну, давай, что, контент завезем. Алын. Алын ставит. Там потом скажут, я виноват. У меня 3, 4, 5, 6 и 6 таких. 6600. 6600. Верно, 6600. Простой кол для Ламыча, но, к сожалению, у него проблемы здесь. У нас алынный кол. Два короля. Это сильный поступок, мужик. Две дамы на два короля. Король бубновый, дама бубновая. Жестко. Вот это кулер, блин. Если сейчас дама придет, я больше не буду в покер играть никогда. Я закончу карьеру свою. Будем откровенны. Да, у нас опять мертвые кулера на 50 блайндов. Хорош. Обалдеть. 50? Хорош, Димаш. Тут, скажи, Евгений... Ну, это жесткое. Предавление. Потому что мы с дамами там не выкинуть вообще никак. Это жестко. Рейс? Рейс 500. Имидж попер дальше. Имидж ничто, жажда всего, да, так. Что там, 300? 300. Сколько? Валеты у Ламыча. Три сотни. Можно чекнуть. 300, yes. Еще одна 300. Понеслась. 600. И в банке 1800 фиш. Конечно, чтобы посмотреть. Ну, что поделать. Полностью согласен. Чек. 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 Молодец.
Ух ты! Ух ты! Ух ты! Посмотреть следующий. Опять нихуя. А что там, у тебя 2000? Нет, у него чек. Не делай этого. Все чек сделали. Бэй, 2000. Пас. Крупно ставит, ламыч, ну и кореш придется сдаваться. Это... Ух, там хоть тройка была. Самое настоящее. Мне кажется, что это блеф от Евгения. О том, что у него флэш собрался. Не думаете? А я что, разве что-то говорил? У меня Royal Street Flash Mega Dance House Club Music. Ничего себе. 2007 сборник. Да. Мужики, улыном пахнет. Лето 2010. Ну да, 2000. А чего вы у меня картонки забрали? Я бы что-то отдал. Если тебя все подколят, допустим, ты... Что, был флешек? Все кол, у тебя грубо... Что-нибудь изменяет. Что-то было. Чего-то не было, блядь. Тебе вот что, блядь, важно нахуй? Как тебе Diablo 4? Хуетище полнейшее. Понял. Ожидаемо. Ясно. Ну, игра красивая, столько задолженная. Сюжетку как минимум пройти надо. Нет, я, кстати, разочек пройти, ну, почему? Да, сюжетку пройти можно, а согласен. А там уже и зацепишься, уже может и так. Но вот смотри, стоит ли за 6 тысяч проходить, конечно, сюжетку? Конечно. Если это Diablo 4. Не, можно бесплатно это сделать. Чего там? На стриме? Как всегда, как всегда. Well. 1500. Рейз 1500. Плотно рейзит Вудуш, но кореша это не смущает, у него остается 500 фишек за спиной. Ура. Еще раз так не получится. Все верно понимает. Какой смелый кол. Агрессивный кол. Агрессивный кол почти на голых яйцах. Олин, конечно. Олин, конечно же. 500 сюда. Открывайте ваши карты. Или 600 там у тебя. Мне ничего. И там ничего. У меня ничего. А король... У меня ничего. Туз. У меня действительно ничего. Ничего, ебать. Сейчас девятка, смотри. У человека, понимаете? Пика. Ну, да. Девятка приходит. Ну вот теперь у тебя ничего, да. Да, теперь меня даже не спасает. Офигеть. Эх. Таков шанс, как говорится. Ну, обтекаем. Это... Обтекаем. Выживший шестого олына. Где-то так, да. Даже больше, мне кажется, сегодня. Ладно, шестого олына. Я про Юлю все говорил. Все понял. Тут король на король 9, девяточка упала, да. Бландик. Скрытый игрок на дилере? На вас 300. Юлия, вам стыдно? Нет. Топ-10 вопросов, которые можно задать. Ты что меня сверлишь? Закажи что-нибудь попить. Там вон стратегия меда есть у спидранеров. Рейс 1000. О... Хочу посмотреть. Шанс луза! Давайте рейс. 600 минимальный рейс. 600, давайте 600, какая давайте разница? 600. Пол 600. То есть получается рейс может быть x2 только? Да. Минималка? Да. Ну естественно. Ну вот хочется поиграть. Естественно, ты только что про баттон спрашивал. Вот прям хочется. Пол 600. Ну естественно, ну конечно же. Мужики, ну... Надо правила хотя бы выучить. Потом приходите играть. Да, хорошее пожелание. Этот раз ламыч хорошо попал. Чек. Как еще? Кореш в раздачу не оказался. Удивительно. Не даете, Евгений, посмотреть, поиграть. Ты все увидел, ты флоп увидел. Ну, что такое флоп? Мне терн интересовал. А ривер не интересовал. Сканирование проходит. Зрители такие. Ну, блядь, наконец-то. Я такой. Пас. Дисциплинированный пас. А что там? 600 была рейс. Ставка. Поддерживаю. Пол 600. Так, играем втроем. Пока. Банки почти 2000, доска дама 8-2. Нихуя себе. Мэтт 1000. Ставит ламыч половину банка. Я пас. Пас. Прям душит.
парни. Красавчик. Ну дайте молодец. Поиграть, блядь, ёбаный рот. Покажи, похвастайся. Подумай над сайзингом. Покажи. Подумал. Пожалуйста. Серьезно. Так, а чего, флеша испугались, блядь, кому? Мы тебя испугались, а не флеша, блядь. От меня что пугаться, я вообще добрый стример. Мы family friendly, ты видел? Ты? Да, family friendly, 0+. Вот это группа поддержки, блин. Вот это 400. Да. Мои... Дороже любых призов. Да, да, да. Кол 400. Чек. Играем втроем. Не стал рейс рекрент, хотя вроде пока он успеивал довольно активный. Рефлоп много атаковал рейзами. Да, конечно, вот же оно. Что там? 4, 5, 10. Флэш-дро у рекриента, ему нужна одна бубновая карта. Я с этим играть. И плюс с этим. Не хочешь. А ты... Ламыч очень логично все рассуждает. Просто чекнуть. А ты, Димас, вот с этим бы поиграл? Красивые карты, картинки. Блять. Картонки. Картинки, картонки. Вот я бы с этим поиграл. 1500. Потерну уже будем смотреть. Нет, слушайте, выбросил рекрент. Ну, ладно. Можно и так. Сейчас перевернешь, там покажешь. У меня там восьмерка бубей была, там. Кол. Кол 400. Ага, решил не рейзить рекрент и здесь. Кол 400? Да. Да, это кол. Да? Я с вами по 200 доставлю. Да. Ты можешь и черненькими. Так впадло вот несколько кидать. Вот одну вот так вот кинул. Чек. Охуенно, очень удобно. 7-6-5. 1200. Не для кореша есть перспективы, но ставит кудыш. Надо думать. Надо. Думать тут не надо. 1200. Думать для слабых вообще. Кол 1200. Рейс 3. Тяжело водушу сейчас на самом деле. Если моя рука у него. Это немножко надо подумать, я тоже тугоду. Сейчас, секунду. Фрешек ананасовый повторить. Да, и мне тоже можно, пожалуйста? Я подколю, наверное, эту вставочку. Колем. Буду смотреть как же дальше. История. Надеюсь на то, что... Кол 3000. Ой, ребят, как вы играете. Огромный банк. Вообще, у кого-то, возможно, сетик, у кого-то, возможно... Двойка — это бэмс. Замечательная карта. Я сразу чекну. Это, блядь, чекну, да и все. Чек. Потрясающая картоночка. Все чекают, я косарик подкину. Тысячу вот в эту баню, да? Да. Хорошо. Ну, легенькую. Легенькую тысячу я от души. Как же тебя байтят? Легенькую Евгений, тысячу я от как души. Же вас байтят? Как же вас байтят? Алексей, ну что, вы вот не видите. Вы не знаете, с кем играете. Да, все знают. Обалдеть. Четверочка есть у кого-то? Четверочки есть, поэтому чек, аккуратненько смотрим и все. Это просто потрясающе. Чек. Чек. Показывайте, хвастайтесь. Вы первые открываете карты. Тузы годятся. Блять. Я должен был выкинуть на фото. Да, никуда не доехал кореш, у него остается 1400 фишек. Да, неплохая. Игра хорошая, скиллозависимая. Скиллозависимая, очень. Евгений, ты заманил с тузами, да, вот так вот, хитро заманил. Но вообще казалось наоборот. Я думал, что заманили Евгения, да. Я уже начал немножко сидеть на очки. С рукой 8-9. Блин, у меня были шансы, конечно, даже против тузов. Ну, рекрент красава, я считаю. Играем 200-400. Все, все круто. 400 можно. 400. 400. Это действительно, подумать не лишнее. Так, мне сколько надо? All-in можешь сразу. Ну, просто. Нет. На префлопе. Чек. Подожди. Мое слово? Да, около 20 тысяч ламыча вот сейчас. Вот. Всего 1000. Алэйн. Не хочу, я кого-то. Я полностью поддержу. Не забирает этот банк. Выживший из седьмого олына. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. С Юрием мы еще не знакомы. Да, красота. Любопытство... Не побеждает во мне. Евгений, тебя начали просто уважать. Пас. И боец. Просто так отдали деньги. Пожалуйста. Парни, спасибо. Все, я заткнулся. Я только этого хотел. Так, 400. Кол 400. Кол поддерживаем. Я поддерживаю чеком. Играем втроем. Так,
Чтобы выдумок не было, надо постоянно смотреть картонки. Доска король дама 4. Охуеть. Неплохое. Пас. Удивлен. Ламыч ставит 1000. И график нам подсказывает, что у рекрента 9 аутов. На этом столе крайне редко видим даму короля. Очень редко видим. Мне кажется, Евгений вошел во вкус и уже блефует, да? Держи, вот. Он и правда блефует. Не ожидал от Евгения? Я вот ожидал уже. А я вообще пираста вижу. Я тоже, но... Я же с тобой не играл. Вчера он не блефовал. Кто-то блефует, кто-то кайфует. Я кайфанул от твоих тузов в прошлой раздаче. Ну, блядь, тузы — это пиздос. Это вообще... Тузы просто... 1%. Просто ракеты, блин. А что там? 400. По 400. Ну, это скромно. Ты только один остался? Мы вдвоем с тобой играем, да. Ну, тут вообще, понимаешь, пул из 4 игроков. Давай так чуть-чуть еще. Тут особо ничего не поделаешь. 500 рейс? Так, 500 не получится. Да, общая 900. Ага. Рейс 900. Ага. Подержу. Кол 900. Ну, мог здесь, на самом деле, ламыч уже и аллен поставить. Там совсем маленький стек у кореша остается в банке 2000, а у того за спиной лишь 1300. Посмотреть? Ну, не может быть такого. Дороговато, конечно. Дама у ламыча. Да я сам себе не верю в такие карты. Это, конечно, дороговато. Сколько там аллен? 1300. 1000. Сет, что ли, собрал? Кол? Сет-дам. Я тоже должен открыться. Туз-король. Туз-король. Вау. У меня есть королева. Какие есть шансы ауты сейчас? Есть. Ну, на короля, на даму. На четверку. Король, дама, четверка. Так. Напряжение. Ну, король, ну. Бэм. Пятерка. И игру завершает Алексей Кореш. Спасибо. Спасибо вам большое, было очень приятно с вами играть. Добавил много динамики. Выживший 8-го. Нет, ты вообще хорош. Спасибо. Хорош. Спасибо большое. Все, ребят, счастливо. Без малого. Не ошибка, на самом деле. Сканирование завершено. Спасибо большое. Ну, немножечко все-таки я бы подкорректировал. Да? Аллен сразу аллен. Да, префлоп с такой рукой надо. Неплохой совет. Остается два игрока. То играют до конца, пока не останется только... Я имею в виду маленький и большой блайнд, получается, всегда остается, несмотря на баты. Да, всегда остается, всегда. На бата не получается маленький блайнд или как? Увлекательная игра у Ламыча. Чтоб веселее было. Сейчас этот звук нас будет преследовать весь турнир оставшийся. Это шутка. А нет. Все, наигрался Ламыч. Что там? 300-600. Клоу? Чек? Посмотрим с вами флопик. Как? Почему нет? Ламыч у нас чип-лидер. У него больше всего фишек. Дама 10-4. Главное не придумать карт. Каких-то таких. 600. 600 минималка? Давайте. Просто кол. С этим тяжело продолжать мне бой. Спасибо. Поэтому я скину. Но будет что-нибудь получше как-нибудь. Обязательно зарубимся. Будет что-нибудь получше. Ну, десятка хорошо. Десяточка была. Десяточка сильно. Мне очень нравится, кстати, играть вот так вот открытую, когда в конце люди показывают карты. Угу. Это а мало, ты имею в виду, что он мало кто показывает, когда хочет. Это понятно, мы показываем, что... когда хотим. Да, да, это понятно, что когда хочешь. Но это прикольно, когда в принципе ну, происходит ревил такой. Ходит. Оно прошло успешно. Зрители в ахуе. Это какой-то прикол, я не знаю. Те же карты пришли? Это просто пиздос какой-то. Я кол. Это пас. Чек. Ладно, блять. Очень плотная ставка, 1600-1200. Мало ли. Какие там карты у Вудушин? Нам же интересно. 1500. О, премиум. 1500. Что там, Сань, зарезил? Да, поднял немножко. Три желтеньких поставил. 900 с тебя, если хочешь. Да, я бы посмотрел.
Даже за дорого бы посмотрел. Ну это не так дорого, это 2,5 блайна. 900 мне надо добавить, да? Тем более, что у тебя один стоит. Да. Есть кол, и я банки 3300, смотрим флоп. Что там на флопе, значит, я понял, но это, не, это опять же недорого. Недорого, дамы на доске. Когда... Вон по той сумме сыграли, ну это нормально, это недорого, блядь. Почти, можно сказать, бесплатно. Так, не выдумывать, не выдумывать, правильно? Не выдумывать. Угу. Чек. Фигень, я тоже чек. Не выдумывай. Я вышел. Четверка на церн. Хорошо, как ты вышел? Просто пас? А, ставка была. Все понял. Хайлайт? Да, дама была. Я думаю, Женя это понимал. Я просто так хотел выкинул. Сыграть свою игру, я ее, блядь, не сумел сыграть. Евгений настолько жесткий, что прочитал у меня даму и выкинул ее, даже... не дождавшись ривера, чтобы случайно не зацепиться и не оплатить. Ты понимаешь, что делает этот гений? Я просто что-то... Ну, я просто делаю свою работу. Скажи, я просто делаю свою работу. Я какую-то хуйню кидаю на стол. Мне нормально в целом. Итак, что у нас? О, хорошая. Старт рука у рекриента. Должен он вступать в раздачу. Он даже может алым, на самом деле, здесь ставить с шестерками. Рейс. Очень осторожен. 10-10. Поддержана. Ставка 1200. Кол. Соточку. Я еще. Тоже поддержу. А, соточку еще? Да, 1200. Да, всего 1200. Нет, тут как раз некуда, блядь, эту сраную фишку было пристроить. Такие же проблемы были у Дмитрия Позова, и он вышел в финал. Помните, у него уважаемо. Тоже была одна соточка лишняя. Уважаемо. 1000 фишек ставка. Так, и решил... 2100. Вудуш перехватить инициативу, поставил 2100. Должны выбить тут рекриента, а вот ламыч не выбросит. Мы уже сыграли. Мы сейчас сыграем. Сколько там добавить? 200. Большие деньги. Вот так вот. Сыграем, Сань. Точно сыграем. Пятерка на церкви. Точно? 1000. Рейс не прошел. Конечно, точно. Давай. Вопрос, на сколько сыграем? Это хороший вопрос. Охотник ты или жертва? Я готов бесплатно сыграть. Сколько тысяч? Бесплатно, уж, в скобочках ну, тысяча. Ну, раз уж ты ставишь 1000, то что я могу сделать? Чек? Я тоже чек. А может быть это фулл хаус на фулл хаус? Эх. Немножечко не хватило, блядь. Не, ну у тебя, извини меня, у тебя было все серьезно. Немножечко не хватило, блядь. Да. Ебаные крести. Ну это хорошая была. У тебя безумно хорошая была. Две оверкарты, флешдро. У тебя было красотища. Ривер. Речка не мое, блядь. Гречка тоже не твоя. Слава гречка, Богу. Кстати, гречка заебись. С хлебом, да? Сканирование проходит. Да, ну, секунду проходит. А, сканирование прошло успешно. Так. На Верочку сканирует. Да. Кол. Как не родила еще? Ждем слова от рекриента. Ну, сейчас. Вот он момент. Хорошо поставить all-in будет. Вот прям вот идеально. Давай, all-in. Рейс. Рейс 3000. Ну... Хотел бы я сказать, что это же лучше, чем all-in, но не могу. Лучше бы all-in поставил. То просто сейчас опять какой-нибудь флоп страшный выйдет. Ну, ему что-то надо сделать, хотя бы мелочь какую-то собирать. Тут не то, что мелочь. Серьезный пас. Выбил туза. Серьезный, дисциплинированный пас. Супер топовые руки. А игра с нашим столом подтверждает, что играют не только на таких. 3 игровых стримера. Именно игровых. Понимаете? Чек. Охуеть. Не, не чек. 1000. У меня валетик. Блефует. Ламыч. Жаль. Валетик 2. Что-нибудь конечно. Такое, да? 6. А, показать надо было. Ебаный. Да, не, обязательно. 10-4. Да, было. Уже блайнды подросли. 10-4? А на борде 10 было или что?
Нихуя там не было. Не было ничего. Ну, конкуренция серьезная. Да, Ламыч давит. Ну, тут давит. Такая хуйня, что вот даже вот просто... У меня, смотри, какая красивая. Ика одномастная, и красивая. Ну, будешь. У меня Валерий там был. Но ты уже вошел во вкус, и тебе уже начинает нравиться. Ну, не согласись. То, чтобы во вкус. Ну, вообще, в целом. Все равно, понимаешь. Знаешь, тут только удача, она все-таки присутствует. Ну, я бы не сказал, что фулл скиллбейс игра. Это, конечно, не фулл. Я бы так не сказал. Вопрос, сколько играть? Тут пиздец еще на ривере иногда происходит. Просто ты сидишь и в ахуе. Да. Начинает поддавливать воду, что 1600 рейс. А вот у Ламыча так себе стартер. Ну, давай. Играет колом. Кольнем. Евгений. Чао, ГК. В банке 3600, доска король-дама 4. Охуеть, что? А, чё я охуеваю? Ну да, чек. Тоже чек. Чек. Ух ты. Чек-чек, валет приходит с тёрном. Глянь, сколько аутов у Ламыча, целых 12. Немножечко. Так, 800. А, 800? А? Да, 500 нельзя. Минимум один блайнд. Ну, немножечко, еще немножечко. 800. Хорошо, немножечко поддерживаю. Обалдеть. Туз на ривере. Это закрывать стрит. Феноменально. Пятерочка. 5000. Мощно. Сразу 5000. Было похоже на десяточку, да? Да. Ну, туз на ривере вообще никогда не приходит. Просто никогда. А тут ебануться можно. Как прочитать? Дисциплинированный пас. Не было дамы. А у меня была десяточка. Верно. Именно поэтому, когда ты поставил на терне, я понял, что у тебя десяточка. Понял, что если я тебя крутану, ты все равно заколешь, и я просто больше проиграю. Жестко, Евгений, ты красавчик. Я десяточку выкинул тоже. Да. С более старшей. Я еще такой думаю, не закроется ривер, прочекаем. Ну, это пиздос. Ты, да, красиво сыграл. Это я ничего не сделал, там просто ну, как ничего положили не картонки ты, на ты, стол. Ты такие. Добрал до того, как закрылось, понимаешь, это тоже важно. Да, есть в покере такое понятие, разгонять банк под доезд. Вот, Ламыч немножко банк разогнал. А у вас не бывает такого ощущения, что вы начинаете забывать, что вас снимают? Нет. Нет? У меня нет ощущения, что меня снимают, я просто сижу и играю. Ну все. Да, она уже давно пропала, там, после 5 лет стрима где-то. Ну, ты просто сидишь в кайф, что тебе нормально. Чат, кто знает, сколько лет уже стримит Ламыч? Это какие-то заговоренные карты просто, пиздец. Не, они тебе приходят и приходят, да? Те же карты получаю уже на... Это уже другие. 10, 11. Я кол? Ну, основной ответ 10+. Это опыт. Не буду, просто выкину. Пусть это будет пассивно. Не стал будешь пытаться ловить стрит. Как мы спокойно играем, прям вот. Да. Ну сейчас никто не торопится. Вот. Как говорится, ситуация изменится, когда блайнды будут повыше. Слово за будущим. Что так, ему там наконец-то раздали? Хорошее. 2200. 2200. В целом? В общем и целом, как бы сказал. В общем. Небезызвестный товарищ. 2200. Тогда получается вот так, да? И вот так. Ну, а что, интересно, он не едет пол. Играть с нами? Пол. Ну, как-нибудь может быть. На третий раз, может быть. Ой-ой-ой. Доска туз дама 8. Мое слово чек. Ну, я, конечно же, здесь поставлю. Конечно же. Вот, тут можно рекрент на этот спот обратить внимание, что Вудуш, не попав в доску, все-таки ставит на правах агрессора и ему верит. Одно место в финале осталось свободное. И вот сейчас мы его разыгрываем. 3 претендента. Место только одно. Туз валет 5. Чек. Тысяча. Есть же ставка. Я не с вами, друзья. Сыграем, Дмитрий. Давай.
карточную игру под названием «Покер». Тип «Техасский холдем». Мое решение. Безлимитный «Техасский холдем». Перекупил Ламыч Дмитрия. Потрясающе. И вновь перекуп. Ну что, all-in? Ставим. Надо подумать. Фишечку надо? Димас, фишечку да, надо? Покручу. Она что-то потная вся. Переживаю. Первая шутка за полтора часа. Переживаю. Конечно, переживаю, но у меня получается стрелять конкуренцию в удушу. Это ж пиздос вообще. Да, здрасте. All-in? All-in. Хорош. Хорош, все all-in. В. Сколько надо оплатить all-in? Mm-hmm. Так, ну вижу вот так. 7300. Да. Уже оплатил, Ламыч, да? 7300. 5 здесь. И... Жесть. Думаешь, стрит у него? Он, да, ведь, он тут же дополняет. Я не знаю, что происходит. Да, у него, похоже, стрит. Я не знаю, неужели... Вот опять, есть? Только силу видит там рекрент. Так это мало. Этого недостаточно будет. У меня три. А тут трипс, пятерок. Пятерки залетело, ничего себе. Жестко. Три пятерочки жестко. Поздравляю, большой выигрыш. И да. Это сильно. Повезло очень. А знаешь, если бы ты блефанул, и Евгений заколил бы тебя по королю? Вы опасный соперник, Евгений. Спасибо. Благодарим. А вообще была мысль такая скинуть вы к нам короля, на минутку, да? Россия на 40 секунд. Фулл уверен был в короле. Понял. Но с батна, конечно, стартер так всего и Ламыча. 6 тысяч всего осталось. Рейс 2000. Да, крупный этот банк. Не на пользу пошел Евгению. Димас. Набирай. У меня побольше есть прикол. Просто пас. Увидимся после перерыва. Итак, уважаемые зрители, доброго вечера вам. Мы возвращаемся... Все, вернули нам интершум. Всем снова здравствуйте. Мы вновь все видим и все слышим. Я думаю, рекрент здесь тоже может выбрасывать. Да, у него стек хороший, конечно. Чек. И это просто кол. Чек. 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 Пока все скромненько, чек-чек. Ждем терн. Вот опять не ставит рекрент. Чек. 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 В общем, главный совет рекренту. Начни, пожалуйста, ставить, даже если ты не попал. Особенно, если ты находишься в позиции. Вот сейчас первое слово за рекрентом, это может быть не самая хорошая играть. Ситуация, чтобы блефовать. А вот... Пам-пам-пам-пам-пам. Напряжение. Даже шутить не хочется. Я уже расслабился и смирился. Что-то нечего рассказывать. Евгений, как настрой? Я уже смирился, говорю. Зря. Сильвер, вон камбэкал с 400 нет, фишек. Нет, с чем смирился? Там нормально. Все окей. Кайф. Еще запросто может все поменяться. Легко говорить, все окей, когда у тебя под правой рукой. Так это покер. Хорошее количество фишечек. Три блайнда. Это покер, у тебя сейчас хорошее, две раздачи и ничего нет. Факт. Ждем слова от Александра. 2000. Рейс 2000. Обратили вы внимание, да? Глянул Вудуш на стек Ламыча. Но, тем не менее, все равно открылся, сделал рейс 2000. Что поделать? Чек. Чек. Ну, я готов тут выставиться. С тузом. Искат. Туз 5-9. 2000. Б 2000. Пол 2000. Нет, похоже, не посмотрел на стек Ламыча Вудуш. Факир был пьян. Чек. Чек. И фокус не сработал. Ну пока. Чек. Чек. Чекнул Вудуш. В банке уже почти 9000. Ну, еще чуть-чуть хочется просто поиграть. Хочется. Ну что, будет доблефовывать? Вудуш, понимаешь, скорее всего, Ламыч бы поставил. Раскрутка в интернете. Ладно, я
все фишки. Все охуенный фокус показал. Не у того. Не у другого. По королю вскрыл ламыч. Ну, я пытался. Интересная какая-то. Ладно. Клоунская какая-то раздача. Я думал, ну, типа, Карл. Да, конечно, конечно. Я тут все трюки применил свои, понимаешь, и со стола встал, и импрессии добавил. Ну, 1100 оставалось, понятно, но он мог оставить, типа, раскрутиться, раз не, ничего не докатил. Уже, понятно же, что он уже не верит. Ну, знаешь, такое. Иногда там можно такое, иногда вот можно. Вот теперь можно поиграть, парни. Все, вопросов не имею. Справедливо. Не работает. Могло сработать против меня, например. Ну, там... Я бы выбросил. Так что... Тяжело. Не нашел подход. Ну, Евгений... Не слом. Это хорошая была. Да? Тебе понравилось? Евгений, как говорится, не пуси. С кавалет 7-7. Бет-1000. Серьезно задумался, ламыч? Чего? Так вкусная пицца? Да, допустим, да. Все хорошо. Тебя забанят за это в поле. Потому что это как приравнивается, что, мол, РМТ, продаешь шмотки свои, чтобы там купить пиццу, по-моему, покушать. Чего? Ну, такое, это как жаргон, офигеть. Чисто комьюнити. Мне бы репортов накидали чисто да. За это. Ну, давай, давай, давай. Ну, давай. Просто кол. Ну, давай, давай. Недорого. Как в игре. Двой концерн. Червячки. Давай, плюс давай. Чек. 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 Десятка на ревере. Красиво. Чек. 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 Опять не блефует рекрент. Королева у меня. И проигрывает. Рейс 4500. Блеф рейс от Вудуша. Не на того напал. Евгений не сдается. Посмотрим за дурак. Хорошо. Или не за дурак. Дорого, дорого посмотрели. Ну вот, по-твоему, сейчас вот за дорого посмотреть? Сейчас 4 очень года. Дорого. Мы очень дорого? Дорого зашли. Конечно, раздача важная. Так. Ага. Туда. Это сюда. Чек. Чек. Фишек в банке и так много. Я тоже чек. Сыграли чек-чек. Пацану приходит король. Чек. Давайте я чек. Ну что, пора? Нет, не блефует. Вудуш собирался он префлоп забирать. Это бенгер. Это бенгер. Ну тут мое должно быть. Как вы считаете, Евгений? Тут мое? Тут либо мое, либо твое. Я думаю, мое. Еще можно поделить. Ну чек, чек. Я поставлю. Поставишь, прикольно. Вот сейчас и узнаем, к чему ставка приведет. Сколько? Немного. Я поставлю 5000. Поставлю немного? 5000. Ну, по отношению к банку это немного. Ну как, половина банка получается. Это вполне. Валета обыгрываешь? Все, обыгрываю. Отдал. Правильно. Сдался. Сдался ламыч. Был флеш? Заблефовал его, Александр. Был инфаркт у меня, блин. Был. А у тебя? Был бы. Был бы флеш? Да. Жесть. Ты меня рейзом напугал больше. Флеш я не выиграл, конечно, но шестерку старшую бил. Ой, извиняюсь, кол. Чек. Доставил рекрент и чекает ламыч, у которого за спиной чуть меньше 8000. Дама 10-6. Напряжение. Ставка 1200, да? Все, наверное, хотят финальный стол. 1200. Ставка 1200. Пас. И пас. Как будто переключил передачи. Рекрент начал ставить. И это дает свои плоды. Десяточки. 3600. 3600. Вот это ставка. Ставка. Ну, так можно всех распугать.
Ну, ламыч-то бесстрашный, его, может, и не напугаем. Но можно было и поменьше поставить. Либо сразу all-in. Вбрасывает Вудуш. Забрал, кстати, один из аутов ламыча. Видите, короля выбросил. Сыграем, говорит Евгений. И на флоп выходит... Флоп выходит 9-9-4. Прикол флоп. Чек. Чек. Три тысячи. Ставка 3000. Поддерживаю. Так, ну, верит в себя ламыч. Остаются у него совсем крохи. Не посмотрел рекрент на стек. Ну, это не страшно. Настолько сильная рука. Бэмс. Двойка на терне. Да, это двоечка. Чек. 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 Почему это чек? Почему не ставка? Чек. Чек. Олэ. Ставка 2000. Подал ин ламычу. Король 6. И скрываем карты. Король. Ну, я так и сказал. ГГ. Джи-джи, бро. Джи-джи, Евгений. Ну что ж, красиво. Две десятки спасибо. Дождался Дмитрий. Спасибо тебе. Давай, Димас. Давай, увидимся еще. У нас хит-зал. Аплодисменты ламычу. Эх, когда-нибудь придет там вот это, вот это флеш ваш. У Димы стек там в раза в два больше. Алэн. Ну что ж, все по сценарию Вудуша идет. Быстрый кол делает рекрент, и на этот раз не блеф. Ой-ой-ой. Я не увидел. А, не увидел стрит. У тебя король 10, бей. Ёбаный в рот, блядь. Как я... Фу. Вот это сдача. Диман, если что, это была сдача на стек по-любому. Ну что ж, второе место занимает. Speechless. Дмитрий рекрент. И вот, вот так выбивается, пробивается вот в финал. Вудуш. Ну что ж, сработает ли везение в этой раздаче? Сейчас мы узнаем. О, перспективно. Очень опасный флоп для Вудуша. Посмотрите, 46% у Ильи. Блять, флеш-дос двухсторонкой с дамой. 17 аутов. 17. Ривер. Это не шестерка. Она. Это не она. Это но Илья. Это... Второе место занимает Илья Макаров в нашем турнире. Поздравляю. Достойное сражение. Как они называются? Блёст? Вот они! Покажите нам чемпионов! Чемпион Александр Вудуш! Поздравляем, поздравляем Александра! На скеле затащил эту финалку.